Привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу о эффекте, о крутом эффекте падающего телефона. Пишите в комментариях, и я сниму для вас это видео. Что же нам нужно для нашего видео? Во-первых, подушка или одеяло, чтобы наш телефон приземлялся прямо на них. Во-вторых, зеркало. Увы, без него никак. И в-третьих, наше хорошее настроение. Ну что, давайте начнем! Я подготовила все для нашей съемки, положила кучу подушек, установила зеркало. Теперь мы берем наш телефон и начинаем снимать. Снимать я буду в замедленной съемке. Подходим к зеркалу, включаем камеру, нажимаем «Снимать видео» и пытаемся бросить телефон ровно. Вот и все! Теперь приступаем ко второй части нашего видео. Делаем все то же самое. Включаем камеру и бросаем телефон. Готово! Я переоделась в третий раз. Делаем все то же самое. Включаем видео. Бросаем телефон. Ой, что-то упало. С образами мы закончили, переходим к следующему способу, там, где телефон летит без меня. Включаем видео, уходим из кадра, поднимаем телефон повыше, берем его за верхушку, чтобы рук не было видно, и также бросаем. Теперь приступаем к монтажу. Заходим в видеолип, нажимаем плюсик, добавляем наше видео. Подрезаем их чуть-чуть, если надо. Нажимаем дубль, обратить и переворачиваем наше видео, чтобы оно было вверх ногами. Так проделываем с каждым видео. Дубль, обратить и переворачиваем наше видео. Вот так.
Следующее видео. Выделяем дубль. Обратить. Переворачиваем. Выделяем видео. Нажимаем дубль. Обратить. Переворачиваем видео. Нажимаем дубль. Обратить. И переворачиваем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Можно немножко, конечно, подрезать, чтобы я долго телефон не держала, а чтобы сразу я его как бы бросала. Здесь тоже можно подрезать. Получается очень круто. А без рук получается еще круче. Давайте немножко замедлим это видео, потому что мне кажется, что оно какое-то немедленное. Давайте посмотрим. Больше всего мне нравится, когда телефон падает без рук. Все, теперь можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу и сохранить в фотопленку. Все, наше видео сохранилось, можно вылаживать в лайк. Заходим в лайк. Убираем наш клип, который мы только что сохранили. Убираем звук. Нажимаем продолжить. Можно добавить эффекты на то место, там, где телефон переворачивается. Вот здесь. Ну что ж, на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам полезно. И что вы снимете похожее видео в свой аккаунт. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок. Я зайду и лайкну, и напишу комментарий. А пока вы поставьте мне лайк, потому что я очень старалась. А мы с вами увидимся в следующих крутых видосах. Пока!